Всем привет, с вами снова я, Раги, или же Инквизитор Королевский Воин. На этот раз в Панзаре у меня получилось попасть на футбольную арену. Видим фрезу, думаю, лучше зацепиться за нее. Все-таки она как-никак поможет нам. Так, видим, уже кто-то у кого-то морозит, действуем в зависимости от ситуации. Наш переморозил, это хорошо. Бьем танка, бьем берса, кто-то стреляет по нам. Бедный гномик. Танк наш решил побить его. Ну, идем дальше. Мяч пока у нас. Будем заносить. Их не уже нападают. Обе призы морозят. Наши поджигают их. Так как их спреза еще не успел накопить на противопожарную систему. Начинаем первым делом бить хила. Останавливаем его, чтобы не успел полекать. И начинаем бить простыми. С паверка лучше не бить, потому что хил может неплохо критануть вас. Отбегаем. Хил забылся, и все, хил мертв. Фреза решил поморозить песок. И тоже начинаем долбить ее. Фреза готова. Теперь мы входим в лес и забегаем в тот рот. Так, а спереди нам делать нечего. Вся наша работа заключается за спиной. Вижу сорку, которая сейчас будет бить по нашим. Нужно ее убрать. Решил выйти пораньше с имбиза, так как нормальная сорка, услышав звук выхода с имбиза, начинает бочиться и лифтовать. Или же поджигать, как данная ситуация. Убегаем, лекаемся. Отвлекаем хила немного. Забыв, что скай был не наш, я зашел на огненное поле. Фреза, заметив это, решила болтить. Но ее болты нам не страшны. Нужно пугаться только мороза. Вот прям такого. Поэтому лучше отходить. Но так как я играю за Инквизитора, то нужно ей отомстить. Будем ее бить до конца. Чем нам сейчас сорка помогла. Далее комментировать не буду. То, что я писал в названии видео, будет после 3 минуты. Советую посмотреть до конца. Всем приятного просмотра и спасибо хилу и команде за победу.